Анонс и точная дата выхода 9 серии 3 сезона сериала «Ментовские войны Харьков». 9 серия сериала выйдет на телеканале 2+2 29 марта. В новых сериях мы увидим, как в спокойном и тихом городе Харьков часто идиллию нарушают преступные группировки. Более того, в резонансных убийствах и в жестоких нападениях замешаны и представители силовых структур. Во всем этом предстоит разбираться отважным и справедливым сотрудникам Харьковского ГУВД. Принципиальные, неподкупные и честные оперуполномоченные всегда привыкли выкладываться на все 100%, чтобы поймать преступника и отдать его в руки правосудия. Их опыт, приобретенный годами, помогает раскрыть самые сложные, опасные и запутанные дела, особенно если это касается жизни их близких. Одни из таких случаев произошел в телестудии, где в прямом эфире шла передача с участием подполковника Гордиенко. Во время интервью в помещение ворвались неизвестные и устроили пальбу по всем, кто там присутствовал. Тогда пострадало много невинных людей, и Гордиенко лично хотел выяснить, кто был причастен к вооруженному нападению. Напомним, 9 серия сериала выйдет на телеканале 2+2 29 марта. Если вам нравится сериал, ищите выхода новых серий. Тогда ставим лайки, подписываемся на канал, жмем на колокольчик, чтобы быть в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.